В Самаре завершается летняя серия литературно-музыкальных концертов патриотического проекта «Едем на Донбасс». Творческие вечера для детей в оздоровительных лагерях проводят по инициативе представителей городской думы. Парламентарии сами выступают в качестве спикеров и артистов. На одной из таких встреч побывала съемочная группа телеканала «Самара ГИС». Председатель городской думы Самары Алексей Дегтев и его коллега Михаил Чудаков сами не раз бывали за ленточкой. Они не понаслышке знают обо всем, с чем приходит сталкиваться нашим военнослужащим в зоне СВО. Чтобы рассказывать подрастающему поколению о боевых подвигах российских солдат и офицеров, парламентарии создали литературно-музыкальный проект «Едем на Донбасс». Его главная цель – достучаться до юных сердец и рассказать детям правду о происходящем в стране и мире через призму стихов и песен. Если они сразу будут равняться на людей, которые на передовой воюют с фашизмом, проявляют чудеса героизма, то тогда и поколение это вырастет героическим. Каждый ребенок в рамках таких встреч может обратиться к российским военнослужащим лично и отправить бойцам весточку с теплыми словами издалека. Самое простое, то, что может сделать каждый ребенок, это написать письмо. Написать письмо солдату, где выразить слова благодарности. Литературно-музыкальный проект «Едем на Донбасс» продолжится в новом учебном году. Парламентарии, идейные вдохновители серии патриотических концертов уже готовят новые творческие номера для студентов и школьников. Анатолий Головко, Валерий Майоров, «События».